выходная группа. Мила Мерлен, красиво так. Губы с гном. С этих времен я теперь люблю гнома. О, какая прелесть. Ой, это маленький. Смотрите, как они смотрятся красиво. Ой, это олень. Классно. Вот заснеженный пещерь. Цена, в принципе, понятна. Ой, красиво. Мне кажется, что как будто бы еще подсветки не хватает. Очень красиво. Лера Мерлен, Калужское шоссе, 42 километр. Посмотрите, как приготовили. Какие шарики к Новому году. Тут добрелись. Очень-очень даже делали. Фантазия работает. Украсили шикарно. Цветочный отдел. Вот здесь как будто такой дождь по улице идет. Красиво. Разные совершенно игрушки. Очень много. Ну, соответственно, и цена. Украшения 25 рублей. 25 рублей. Ну, в принципе, недорого. Синяя. Кому как нравится. Елка какая красивая. Я думаю, что Леруа везде подготовилась к Новому году. Да уже любой магазин. Смотрите, сколько много всего. Здесь целая улица, говорю, украшений для Нового года, для елки. Такие шикарные. Пупсики стоят, гномики. Вот такой Дед Мороз, Санта-Клаус. Венки. Венки тоже совершенно разные. Очень красиво. Но аккуратно, аккуратно так сделано. Вот еще лапка такая. Цены совершенно разные венков. Чем больше всякой всячины используется в венке, тем он дороже. Да, вот это вот как на Арбате, как на улице Арбат. Такая подвесная гирлянда. Ой, смотрите, гномики такие. Связанными шапками. Тут проволочка, то есть можно всяко разное их загнуть. Плотно набитые. Ой, какие прикольные олени. Ну, это же олени, наверное. Правда, я тут не считаю, что это олень. И тут тоже цены. И вот какие фигурки, девочки. Не знаю, керамические они или это пластик. Скорее всего, это пластик. Пластик. Это точно пластик. Прикольно. И елки. Елки совершенно разные. Приходите, покупайте, выбирайте. Очень все красиво. Смотрите, какая прелестная карусель. Карусель обозрения 2990 и карусель вот такая. Вообще класс. Пластик только единственное, по-моему. Да, пластик. А вот какая красота. Здесь как коробочка. Ой-ой. А здесь санки под стеклом. Олень. Елочки. Вот такие маленькие домики. 590. 330 рублей вот такое вот. Лавка. Здесь магазинчик такой. Домик 290.
Смотрите, какая красота. Ну, по-моему, лучше вот этой карусели нет ничего. Ой, тут тоже красиво. Домик какой красивый. А здесь огоньками. Как будто в доме горит свет. И вот такая большая. Мне кажется, это тоже что-то там включается. Санта рядом. Прикольно. А вот это взмывается в небо. Ой, какая красота. Смотрите, елочное украшение. Медвежонок. Но это, наверное, не то. Медвежонок это вот то. А здесь что? Фигурка. Медвежонок побольше. Это фонарь. Что-то такое. А здесь фонарики. Ага, вот фонарик этот, он как красиво, смотрите, пластик, я думала, что это пластик или дерево, ой, он тяжелый, а, тут жидкость, здесь жидкость какая-то, и в жидкости уже вот эти пузырьки и блестки, ну, красиво. А вот сюда ставятся вот такие лампочки. Точнее, как свечи. Тоже красиво. И вот такой колокольчик, бубенчик. Цены вот здесь. Все на фотографиях. И цены. Имитация березы.